приветище! Ты Супралан 6 дюймов под миром, но на данный момент я нахожусь высоко-высоко в горах. Значит, что мы тут имеем? У меня здесь ведро, у меня здесь башня от замка. Хочу залезть в башню, посмотреть, что у нас здесь. Потому что детектор показывает, что где-то здесь рядышком есть сундук. О, с текстурами тут траблы. Разработчик, ну как так? В общем, мы видим вот это вот ведро. Скорее всего, где-то в нем есть сундук, да. Нам нужно будет сейчас забраться наверх, к радуге. Так, понятно, это будет сложновато, мальца. А что, собственно, сложного? Давай-ка я пряжку включу, тут же обод металлический. Сейчас притянемся к нему. Вот так вот надо было, сразу же. Ну что, мы поднимаемся наверх, о да. Сейчас еще к ручке прилеплюсь, к своей пряжке. Ну да, ну конечно, все же из железа. Я поднимаюсь высоко над миром. Какая красотень, а? И радуга, которая падает в ведро. А там, на дне этого ведра, сундук, который нас ждет. Ну привет, красавчик. Что в тебе сокрыто? Здоровенная монета. Ну етишки-матришки. Я думал там что-нибудь, какое-нибудь улучшение или еще что-нибудь. Что ж, тогда спускаемся. Подожди, а... Минуточку, а что это за место такое? Смотри, какая щель. Здоровенная. Да там... Ты это видишь? Минуточку, тут есть какой-то проход? Или почему? Проход завален. Стрелка показывает, типа, иди туда. Че за дело? Да тут целый мир. Опан, и достижение. А сюда точно можно было? Ачивку получил. Ладно, сейчас я разберусь с этими чуваками. Я-то думал, я всю игруху уже прошел, а тут еще вон какая здоровенная локация. Ты глянь только. Ты посмотри на это. Че, неужели такая здоровая? Офигеть. Ну это же здорово, значит еще не конец игры, нифига. Разрядик никто не желает еще отведать. Здорово. Эй! Че надо? Я смог сюда попасть, но теперь не могу выбраться, потому что я недостаточно тяжелый. Ну, фигово тебе, что я тебе могу сказать. Батарейка не поможет, куб тоже не поможет. Нужно встать на вот эту кнопку, чтобы она сработала. Дружище, я не знаю, как тебе помочь. Пока что. Но я придумаю. Я обещаю, что я за тобой вернусь, ага. Так что ты не расстраивайся. К тому же в клетке безопаснее, чем здесь снаружи. Тут куча злобных гремлинов. Е-е-е. А вот это что за скрепки? Могу наверх запрыгнуть. Надо разбить вот это вот все. Разбить. Смотри-ка. Сейчас, где моя кирка? Сейчас разломаем тут все. Так, и теперь туда запрыгнуть. А я могу вот эту фигню металлическую ломать или нет? Я что-то подзабыл. Надо попробовать. Где моя кирка? Да, я могу это ломать. Могу. Золото. Золотишечко. Шикардятина. О, батарейку сюда надо. И что мне эта батарейка даст? Минуточку, секундочку. Батарейка открывает вот эти ворота. Ясно. А батарейка у нас в тюрьме. Какие цветки, да? Всякие разные. Цветные. Прекрасные. Да... Ну давай, короче, мы зачистим вначале эту локу. Здесь я нажимаю, там открывается. Кубик сюда поставить тоже не получится, нужно встать. Ладно, кубик, улетай. Я встаю и кидаю туда телепорт-снаряд. И телепортирую. Сюда кубик надо поставить. Допустим. И что мне это откроет? Для чего я это сделал? Так. Бежим за фитильком. Бежим. Морковка. Гляди-ка, там огород с морковкой был. И что? Фитиль зашел, но двери не открылись. А, о, кубок какой прикольный. Короче, ясно, кубик открывает те двери. Угу. Окей. Здесь у нас красильная машина, здесь у нас гремлины и дерево интересное. Почему дерево обрамлено деревом? Непонятно. Может, это особенное дерево? В воде вижу монетки, смотри, надо монетки забрать. Как нам это сделать? Нужно плюхнуться бомбочкой. Плюхнуться бомбочкой, давай попробую. О, собрал монетку, как-то умудрился. Еще одну собрал. Черт. Ну, походу, вот чтобы вот эту достать, придется плюхнуться. Давай, сейчас бомбалейла будет. Прыгаем, опа-на, да. Бомбочка выручает. И вот эту тоже. Чуть-чуть рано я прыгнул. Есть. Все монетки собраны. Пойдем-ка вон туда, сбегаем, посмотрим, что у нас там. Тут тоже что-то есть. Я вот чувствую, нет, ничего здесь нету, кроме гремлина. Я уже, по-моему, всех перебил, хотя нет, вон они. Еще тут парочка трется.
Че вы тут третесь? Ну, все вышли. О, наконец, прикинь. Только сказал, а ну-ка, все вышли, и я со всеми... Ракета! Вот куда она, оказывается, приземлилась. Прикол. Интересно, я смогу ее завести и улететь на ней? То есть красный принц приземлился сюда, получается. Правильно? Ракета от батарейки работает? Серьезно? А помнишь, я ее топливом раньше заряжал? Или черепами, или костями, не помню уже точно, из DLC, когда мы заправляли бак этой ракете. Поднимемся, короче, наверх, посмотрим, что там. А батарейку я обязательно потом притащу к этой ракете. Зарядим и посмотрим, что произойдет. Что произойдет? Все выше и выше и выше. Подняться нам нужно до крыши. О! Ты гляди... все понял. Ракета, как прыг-панель, у нас вот сюда вот доставит. Когда там чуваку, который здесь на костре что-то жарит. Здорово. Что расскажешь, как ты сюда попал? Даже не знаю, как я попал сюда. Жуткий грохот, камни, песок, и вот я прихожу в сознание здесь. Даже не знаю вообще, как так вышло. Ясно, чувачок, ты не один такой. Что-то здесь пиликает. Что-то здесь есть. Сундук какой-то. Монетка. Сундук. Ты где? Сундук, бордюк. Бордюк, сундук. Выходи. Я тебя найду. Можешь не прятаться от меня. Негодяй какой, а? Какой негодяй. Кстати, да, я же собрал все костяшки, просто это не попало в ролик. Все костяшки, 6 штук я собрал и купил улучшение для телепорт-пушки. Ты уже, наверное, это заметил, потому что снаряд летит в 2 раза дальше, чем он летал до этого, до апгрейда. Тут монетку соберем. Сундук что-то я не могу найти. Что-то где-то пиликает, наверное, под землей. Ну чё, дружочек, как же мне тебя вытащить-то? Сюда снаряд не залетит. Как же мне тебя вытащить-то, а? Может быть, его морковкой откормить, а? Пойдем проверим. Он захомячит морковки. Ну, типа, намек, как с мясом. Помнишь, мы мясом откармливали до жердяйства этих синеньких работников. Аверос. Морковку будешь? Морковку могу тебе предложить. Не хочет он морковку, да и как ее протолкнуть через такие решетки, да? Ты посмотри, какая гигантская морковка, какие толстые, тонкие, точнее, решетки. Да, блин, обломентус. Короче, прыгал я тут по горам, как горный козлик, и заметил, он там наверху золотое, что-то светящееся, вон ты уже видишь слева, да. Сейчас хочу подняться, посмотреть, по-моему, это кубок. Да, секретный локейшн. Это реально кубок. И чё? Давай его соберем. Чё, чуть-чуть. Я еще такие не видел. Мотивационный трофей. Мотивирует игроков, уже прошедших игру, играть дальше. Вон на чё. Ну ладно, короче, помимо сундуков у нас еще появились вот такие вот трофейные кубки, которые нужно собрать. А интересно, сколько их? Ага, десяток. 10 кубков надо найти. Но один я нашел, получается еще 9. Ну шо, мой тощий друган, я пришел. Я пришел тебя вытаскивать, потому что без тебя, ну вообще, дальше никак. Мне нужна эта батарейка. Есть у меня одна идейка, там вон, смотри, через верх можно как-то ее протолкнуть. Вот эту батареечку. Если грамотно ее положить туда, в этот паз. Почти. Ну да, она туда залезла. Она там была. Вот так вот, давай ее вытаскивать. Ну уже. Блин, руками вообще не так берется. Вот только если пряжкой ее как-то закинуть туда. Это сложно. Эй, зеленая сморщенная фигура, помоги мне закинь туда батарейку. Вот, кажется, получилось. Теперь нужно ее как-то примагнитить. А, блин, вылетело. Что ж ты будешь делать-то? Вывалилось. Пошло дело. Да вот она, батареечка, вот. Слушай, а что я тупел? Можно было бы... Можно же было телепорт снаряд туда закинуть и все. И меньше было бы геморроя. Я бы туда за решетку телепортнулся, нажал бы кнопку, и все бы были свободны. Да. Люблю я все усложнять. Так, а телепорт снаряд что-то туда не хочет летать. Сейчас, подожди минутку. Вот так. Че? Это яблоко сделает меня тяжелее? Он сожрал телепорт снаряд и телепортнулся куда-то, прикинь? Он подумал, что это яблоко, и сожрал его. Ну ладно, хорошо, телепорт снаряд у меня до сих пор имеется, несмотря на то, что его только что сожрали. Я телепортнулся сюда. А зеленого чувака нет. Интересно, куда он телепортнулся? Ладно, теперь мы можем открыть решетку и спокойно пользоваться батарейкой. Пойдем.
Пойдем возьмем эту батарейку и оттащим ее к ракете. Да, вначале к ракете. Запустим ее. Посмотрим, для чего же она нужна нам здесь. Ракетка, ракетка, ракеточка. Батареечка, хоп. Да, активировалась прыг-панель. Интересно, когда. С того места, откуда должно вылетать отработанное топливо, у нас там прыг-панель. Все, монетки мы здесь собрали. Получается, что... Где-то здесь сундук пиликает. А где сундук? Куда вы его спрятали? Негодники. Ладно, пофиг. Пофиг, нефиг. Я хочу взять вот эту батарейку и оттащить ее в другое место, чтобы открыть вон те врата. Уверена, эти врата нам как-то помогут. Потому что в здание мы попасть не можем. Вот в это вот здание мы не можем туда попасть. Потому что я не понимаю, как открыть двери центральные. И по всей видимости, нам нужно попасть именно вот в эти двери. Поставь батарейку, все активируется, и мы туда заползем. По-моему, сзади, да. Вот так вот, вот. Все, вставили. Двери открылись, и мы можем теперь сюда проникнуть. И узнаем, что здесь. А здесь снова пещера. Уходим под землю, как шахтер. Чпиньк, фитилек полез. О, здесь провод обрывается. Но дальше он вроде как продолжает идти. Здесь снова обрыв. Мы соединяем проводки. Ага, а для чего нам это нужно? Давай сюда телепорт-пушку поставим, телепорт-снаряд. Поставим, он будет соединять все это дело. Ну, короче, при помощи пряжки я могу подняться по этому столбику. И что? И что? О, монетки. Монетки нам надо туда. Черт, зря я телепорт-пушку использовал. А тут у нас что? Опа-на, зеленый чел-добречик, привет. Ты это был не яблоко, а что-то типа телепортационной сферы. Она переместила меня в джунгли. Но это же не джунгли, это фиг пойми, какая пещера. Но я все еще голоден, возможно, вся проблема в цвете сферы. Здесь должны быть что-нибудь, что поможет тебе изменить цвет. Здесь что-то должно быть, что поможет мне изменить цвет сферы? Она просто зеленая, мне нужно другое. Понятно. Короче, он сферу до сих пор представляет яблоком. И в этот раз он не хочет зеленое яблоко, он хочет другое яблоко, другого цвета. Нужно ему это принести. Но для этого нам нужно поменять цвет. Как мы можем поменять цвет? Как нам поменять здесь цвет? Сейчас мы тут все вначале облазим, потом будем думать над этим. Вон туда вот хочу запрыгнуть, тут какое-то сияние странное. Трофей! Еще один! У меня два трофея. Шикарно, два кубка. Это мощно, это здорово, это прекрасно. Так. Вот туда мы не перелезем вообще никак, сверху там какие-то дверцы мешаются. Хм. Как же нам покрасить сверху? О! Тут можно пройти? Нет, здесь нету ничего. Слушай, может вот эта штука нам поможет перекрасить сферу? Ну-ка. Подожди. Ну, пожалуйста. Голубое яблоко. Ты когда-нибудь вкусил? Кушал голубое яблоко? Я вот нет. Надеюсь, что не буду пробовать, потому что голубое яблоко, оно какое-то ядовитым кажется. Держи. Интересно, где же я окажусь на этот раз? И он испарился. Как он может сжать металлические сферы, вообще не понимаю. Дверца здесь открылась. А это говорит о том, что мы можем продолжить наше путешествие по пещерам. Блин, вот это да, вот это поворот. Я думал уже все, финиш, я сейчас все сундуки соберу. И все? А нифига. А тут еще куча всего, куча контента. Спрыгиваем вниз. Ух, как глубоко-то мы опять спустились. И зеленый челдобречик здесь у нас стоит, ждет. Снова оборванные кабеля. Эй! Чего у тебя за трусы такие натянуты до плечей? Давай больше не будем красить в синий. Я переместился в гигантскую белую ванну, наполненную водой. Там еще плескалась какая-то огромная розовая штука. Мне просто нужно немного энергии. Знаешь, забудь о цвете. Можем ли мы сделать сферу более мощной? Не расслышал с первого раза? А, это он повторяет мне опять. Короче, нам нужно сферу сделать более мощной. Соответственно, зарядить ее энергией, видимо. Или чем-то... Не знаю, надо что-то придумать. Видимо, зарядить энергией. А под энергией у нас подразумевается электричество. Ладно, будем думать. Значит, вот сюда я нажимаю, у нас появляется ток. А, нужно что-то тяжелое.
Смотри, эта кнопка даже не реагирует на меня и на куб. 350 грамм нужно сюда закинуть. Что-то подкинуть. 350 грамм. Так, минутку, а если я вот сюда стрельну? Нифига. Не, недостаточно энергии. И без твоих зеленых соплей я знаю, что недостаточно энергии. Что делать-то будем, а? Может, ты мне подсказку какую-то дашь? Ну, короче, надо разобраться с электричеством. Это я понял. Будем сейчас этим и заниматься. Но прежде я хочу прыгнуть сюда и посмотреть, куда это нас выкинуло. А, ясно. В самое начало нас закидывает эта труба. Посмотри, какой здесь прекрасный тяжеленный валун. Валун-балун. Давай-ка мы его поставим сюда. О, 400 грамм он весит. И ровно столько, сколько нам нужно. Даже чуть больше. Значит, электричество появилось. И что мы с ним будем делать? Зарядим шарик и... И все. Так. А где проводок-то у нас? А, он наверху. Его надо как-то наверх подцепить. Как это сделать? А что так сложно-то? Блин, кабель уходит наверх. У нас есть еще вот эта вот штука. Мы можем к ней прицепиться. Кстати, насчет прицепиться. Как насчет силового луча? Он тут вроде бы должен нам помочь. Значит, смотри, что делаем. Телепорт снаряд ставим здесь. Так, пряжечка, отпусти. Отпусти снарядик, отпусти. Вот здесь вот. Дальше я взлетаю наверх. Вон туда цепляюсь. Теперь врубаем наш силовой луч. Все, электричество подается, двери там открываются. Мне остается только телепортироваться. Но снаряд не закатывается в дверь, потому что там зеленый этот Чунгачкук стоит и не дает шарику закатиться. Блин. Телепорт-пушка не успевает. Короче, даже с телепортацией я не смогу зайти в эту дверь. Мне нужно этого челика убрать. Придется придумать, как зарядить мне это зеленое яблоко для него. Чувак, смотри, электризованная зеленая сфера. Ух ты, пощипывает. Наконец-то мы избавились от него. Интересно, куда он в этот раз попал? Ну, а дальше все по той же технологии. Значит, кидаем сферу. Она тут должна закатиться. Давай. Запрыгиваем сюда. Будет немножечко сложновато, потому что сфера откатывается. Так. Двери открыты. Значит, стреляем. Сфера туда катится. Да ё-моё, не в ту сторону ты катишься. О-о-о, покатилась. Да, она закатилась туда. Все, телепортируемся. Отлично. Одна секунда для открытия той двери. Нам нужно очень быстро это сделать. Выбежать отсюда и добежать до той двери. Но я не успею вообще никак. ШП никак не успею. Смотри, хоп-хоп-хоп, даже с телепортацией. Нет, не получится. Нужно немного по-другому сделать. Работаем в два этапа. Значит, первый этап. Открываем двери. Выкидываем телепорт-снаряд, забегаем обратно. Успели. Теперь нажимаем на кнопку, телепортируемся и бежим. Вот и все. Два этапа — это чудесная штука. Где-то сундук тут есть. Сундук. Какое интересное место. И снова лава. Тут где-то может быть спрятан сундук, но это не точно. Может быть, он где-то выше над нами. Значит, кнопка открывается, двери тоже открываются. А, точнее, кнопка нажимается, двери открываются. Что ж, я предлагаю на этом замечательном лавовом месте остановиться. Если тебе понравилось, ты хочешь увидеть продолжение прохождения после титров, то ты знаешь, что нужно делать. Поставить лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы, собственно, и увидимся. Так что, до встречи!